Вот-вот тепла идет к нам. Не изолированный. Орская 111, а вот там тоже, которые начинают, трубы нам вводят, они тоже не изолированы. И вот эти расходы все, они, собственно, не касаются, но почему-то на жителей расчислять. Себе не хотят, потому что там и премии теряют, и прочее. А люди, плевать на людей. Сколько я получу пенсию, половину отдам, и месяц буду голодная. Своим обращением к нам, что бы вы хотели, как ситуация, чтобы развилась? Мы бы хотели разобраться, и чтобы дали нам ответ, почему такое безобразие. Руководители этих труб могут приехать раз в году, осенью, допустим, проверить, что весь гай на трубах над землей, который. Можно же проверить, прислать людей, заизолировать, можно?